Белая ведьма. Который за вот этим куполом. Да, и нам, по-моему... Ой-ой-ой-ой-ой, кто-то сказал? Ой, да что ж такое, ты зевнула, что ли? Нет. Любас. Вообще-то нет. Нам грипп что-то сказал. Да, нам гриб сказал, что я найду, точнее скажу вам как, снять заклятие. Вот, ну вы там что-то сделаете. Сейчас давай квестики посмотрю, потому что-то не помню, сколько дней мы не играли. Дня 5, наверное. Много. Так, грибные забы. Мы нашли заклинание Мародино. Оно поможет нам в том белой ведьме. Так, сейчас, подожди, стой, кто-то ко мне там в дверь ломится. Я слышу. Что это был? Опять по поводу пенсионного что-то фигню какие-то. Попросили почему-то это. Типа, как бы занимались, там бла-бла-бла, я говорю, ну как бы это, мне в пенсионном фонде как бы все есть, отчисления идут, типа не государственный, а он такой документы, типа там договор, я говорю, ну как бы у меня не здесь все, типа, предоставить, говорит, можете, я говорю, ну как бы у меня не здесь все, а договор, говорю, не здесь у меня документы все, вот пристали-то. Говори, захили нас? Да, сейчас. Вот, типа, я... Причем такой, знаешь, так говорят, вот там, ну, как его, постановление такое, такое, что там. Причем молодые люди, там еще девушка, смотрю, поднималась. Короче, мошенники, что потом? Ну, полюбас. Потому что нахрена ходить и спрашивать эти пенсионные вот эти вот, ну, как их называют, зеленые бумажки-то. Снилс называется. Снился, да, снился. Кому они нужны? Надо будет в чатике поспрашивать. Потому что реально это фигня какая-то. Там сейчас нападут на нас. Ой-ой-ой-ой. А нет, смотри. Вообще-то мы убьем тебя. Блин. А, мы ж по-моему... А, да, на тебя же здесь напали. Я помню. Ой, я же забыла, как играть. Мадору избивают, да, я так полагаю. Да. Прям что-то конкретно прям нее. Кого тебя? Оглушили. Вообще нас с Мадорой оглушили. Ого, у Мадоры вообще столько хп отняли. Сейчас, подожди, еще в этом. Так, отлично. Я могу сделать так. Пум-пум-пум-пум-пум. Они все электрические, да? У них воздуха плюс 100%, тенебрей. Короче, земля минус 50. Значит, их главное воздухом не бить. Я одного тогда заморожу, у меня на заморозку хватает. А, нет, подожди, лютый мороз это аэротургия, это воздух. Хотя заморозка. Не, лучше тогда замедление. Мне кажется, не заморозится он. Ну да, в принципе. Так, я могу. Так, стойка силы. Могу жахнуть. Вот по одному вот этому, который прям перед Мадорой стоит. И хильнуть Мадору. Мне кажется, мы просуем. Что это такое? Это вообще такая хрень. Слепота. Ну-ка. Сила воли минус 5. Мне сделали.
Я еще ослеплен. Так, Джан ходит. Ну, мы по разу, мы сейчас Мадору потеряем. Мадору мы еще не потеряли. Дай попробую заморозить. О, отлично. Так, смотри, я даже могу стрелять. Смотри. Так, вот этого смотрящего в пустоту нужно убить. Землей, землей. Так, у меня, по-моему, земли ничего нету. Я могу две сбивающих. Сбить могу двоих. Попробовать. Вот этого попробовать сбить впритык, который стоит. Отлично. Угу. Добивать его не будут, потом его кто-нибудь добьет. Угу. Так, и... Вот, которого справа, что ли, сбить? Какого сбить? Ай, не знаю даже, какого хочешь. Ну, давай вот этого. Не, к нему ты тогда сможешь подойти. Вот, лучше вот дальнего вот этого. О, стрелу удалось уронить, отлично. Джан ходит. Так, воздухом бессмысленно. Сколько валяться будет? Нокдаун, еще один ход. Блин, их контролить надо. А, слушай, слушай, слушай. У нас же бабайка есть. Бабайку мы вот сюда поставим. Почему ты его так называешь? А я не знаю почему. А ужасно. Как... Почему ужасно? Не знаю, зови его Ник. Так, что я могу сделать? Я могу сделать вот по этому рикошету, наверное, долбану. И опять кого-нибудь давай оглушу. Потому что я не знаю... Пока вот это вот. Нет, вправо ты пойдешь уже. А это еще лучше, ты лучше на этот замедлен. Давай справа еще раз оглушим. Надо же, Мадора. Вот это да. Че, на этих идти, да? Который внизу. Я даже не знаю, кого или на этого, который замедлен. Замедлен он будет еще только один ход, поэтому, наверное, я к нему побегу. Давай. Так, бомбайка мы сейчас вот этого. Вот так, о, нормуль вообще. А, ты его зажал, ему ходить некуда. А он же маг. А, нет, смотри, убежал. Так, Джан может регенерацию наложить. Еще раз на Мадору или на тебя? Давай, наверное. Это же не знаю, честно. Давай, как сам решишь. Так, ты еще долго будешь? А нет, ты уже ходить будешь на следующий ход. Давай на тебя. Так. И все. Я хожу. А я, наверное... Попробую сбить вот этого большого. Или не стоит? Попробуй. В принципе, он же к яду. Можешь его отравить еще? У меня просто стрел 30 штук, что с ним делать. К яду минус у него. У него не минус, но у него и не плюс ничего. А, ясно. Попробуй отравить, да? Стрел удалось вернуть. Тогда и вот этого тоже отравим. Справа. Думаешь, не может не стоит? Я к нему побегу. Он меня на меня яд да, не тогда прикинется. Вынизу кого-нибудь. А, не достаю никого. Тогда хрен знает. Тогда я вправо просто стрельну. Стойку точностью.
чтобы ты его заваншотил тогда. Так. Мандорище. Интересно, какой толк у меня от слепоты на меня, если она вообще на меня никак не действует? Или, может, я ходить не могу? Я не знаю. Не знаю вообще смысл слепоты на нас. Так. Давай, не бей вот этого хрена. Молодец, атакой по возможности убила его. Ты видел, сколько он нанес дамагу этому? Кому? Так. Кто кому нанес, я не поняла. Этот. Босс. Он убил с одного нюка. Ника. Босс, кучу босс. Ни хрена себе, у меня очков действия накопилось. Сколько? Ну, короче, 16? Все какие есть. Это... сейчас тебе скажу так. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну, то есть все, которые у меня есть, они все накопились. То есть было бы больше, мне кажется, еще больше бы накопилось. Сейчас зарублю тогда эту фигню. Только мне атака по возможности. Спасибо. Так, отлично. А, блин, он тебя глушил опять. Ага. Там же вода. Так, а, где? Нужно... а, в невидимость ушел, да? Да. Так, знаешь, что сделаем? Ну, какой-то это лук, я смотрю, тебе выпал этот. Короче, ты понял, какой. Да, вижу, вижу. Который токовый. А где, блин, невидимость? Хрен знает теперь, где его искать. Так, слушай, слушай, слушай. Попробуем вывести чувачка на чистую воду. Ничего себе. Нормально. Конечно. Но я увидел просто по надписи, куда он ушел. Так, ладно. Хорошо, что они так не умеют с нами. Может, на каком-нибудь кошмаре, где перманентная смерть, потому что они так могут. Я его, правда, растопил, блин, ну ладно. Блин, там лед внизу, да? Просто если Мадара сейчас побежит, она... Убивай нижнего. Там вот странник пустоты, видишь? А, еще нижний еще есть. Еще нижний есть. А я боюсь, что я в облако зайду, и меня долбанет. Если только так. Обойти его... Ну-ка. А, я лучше этот долбанет. А ты по краю можешь. Да и мне и ОД не хватит обойтел. А, ладно, давай. Лучше рукой стукну. О, споткнулся, бедняга. Блин, вообще милипусечка осталась. Ну ладно, тогда сейчас обойду, тогда по краю. Насколько хватит. Так, Джан ходит. Ну, ему, в принципе, ничего не остается, кроме как... Блин. Чуть-чуть походить. И... нюкнуть. Они похожи на чуваков каких-то. На элементали они похожи. Нет, на чуваков из Dragon Age там были такие... какие-то... Ой, сущность земли выпала. За-за. Ну, из них много чего, я думаю, выпадать будет. Все, сохранись. Так, моего там долбит, бедного. Сейчас. Скучкуйтесь возле меня. Еще. Только собери сначала все. О, посох огня. Там внизу грибочки. Сейчас я соберу. Да, собери сначала все. Всякие ништяки.
Так, ну раньше все собрала. Угу. Так, давай кучкуемся, сейчас нас хильну. Ай, так, сейчас опознаю тебя. Тьфу, отдала тебе неопознанный. Сейчас, подожди. Так, где я? А ты кому его отдала-то? А, все, увидел. Джана, да и посох. Так, вот есть какие-то на... есть какие-то изношенные крутые доспехи. На, тебе отдам, посмотри на них, потому что я себе их точно не возьму, потому что они без скорости. Хотя у них вроде неплохое там это. Давай. Так, и твой лук. Ну, как прикольный лук. На. А, хотя я на них не шарю. Так, сейчас. Я здесь немножко стрелы раскидываю по панельке. То там новая стрела добавилась. Их так дохрена, что я даже не могу запомнить, где, короче, какая. Поэтому я сортирую по порядку и... Так, лук 52.90. Тот, который у меня, он лучше. Ну, но он может оглушение наложить 20%. Класс. Я лучше, наверное, его возьму. Охренеть. Помнишь Чё? Сапоги, которые ты мне купил на перемещение плюс 0.7? Угу. Ты прям забыла? Не забыла. Вот, короче, ну, обычные шмотки, там, у них запас прочности, там, 30, 40, 50, максимум 60. Знаешь, сколько у этих сапогов? Сапогов, не знаю, сапог. Прочность? Да. Знаешь, сколько у них прочности? Сколько? 130. А, ну, конечно, уровень 10. Все ясно. Что-то не посмотрела на уровень. А почему я могу шмот высокого уровня надеть на себя? Ну... Без проблем, можешь там бонусы. А смысл какие-то? Тогда, смысл тогда шмоту давать уровень, если я все равно могу без всяких погрешностей напялить. А главное, чтобы это в атрибуты тебе совпадали. Здесь же суть в атрибутах. Ты можешь, блин, шмотку первого уровня не надеть, если у тебя там интеллекта не хватает или что-то. А тут у них нету, тут нету ничего у них. У них просто уровень. Ни к ловкости, ни к чему из этих, как их там называть. Короче, вот этих вот параметров ничего к ним не прикручено. Тут только уровень и все. Ну, я не знаю, честно. То есть любой бомж может и ходить. Ну ладно. Так, у меня неуспоряемость к эффекту отравления. Сопротивление в воде. Они получше немножко, конечно. Ну-ка, у этого чувачка что? А, вот я этому отдам. Так, огонь. Тут. Короче, это точно такой же посох, как у меня. Но он... Ну, не, он получше. Он огнем, правда, бьет. Тут водой. Ну, буду менять тогда их, чё. Там он, правда, еще с эффектами, с различными. Эффект увечья и эффект нокдаун. В общем, хороший посох. Так. Здесь, интересно, здесь... Фиолет. У тебя ловкости нет. Да, у меня ловкости нет. Это ты увидела, что ли? Тебя тоже сплыло? Да. Это только мне, если изношено. От отравления. Зато меня отравить не могут. Но... Ну, не так-то часто тебя и травят. Да, меня... Я лучше тогда своему этому луку отдам. Потому что там, ну, броня сам побольше, жизни побольше дают.
Для того, как я сам себя могу вылечить. На себе был. Вау! Я где-то откопала гранату фейерверк. Граната фейерверк может вызвать слепоту в радиусе 5 метров. 75% шанс наложить слепоту. Смотри, интересно. У меня балахон 16 уровня. Просто тряпочка, 74 брони, а на мне 36 брони. Доспех кожаный. Правда, 5 уровня. Я могу надеть. Тряпочка. Ну, может, и магическая тряпочка вообще. Не, она вообще без всего. Просто броня большая, больше. Ну, это на этом тряпочка, на ком? На твоем этом бомже? Или да. Как его там, мудаке? Ну, так это магическая тряпочка, она заколдована, может, тряпочка из... Не знаю, да, я вот думаю, поглощать на 30, короче, 36 урона больше? На 38 урона больше. Больше поглощения будет. Но без всякой инициативы, УЗ сопротивления. Инициатива она ему нужна. Не, пусть, чтобы он первый ходил. Ставим. Так, ну в принципе, я все, я готов. Сохранись. Тряпочка. Пойдем вот с этим грибочком поговорим. Угу. Внизу. Ничего он тебе не скажет. Ты же с ним говорила? Угу. В прошлый раз, когда на меня напали на обратном пути. Ну ладно. Значит, нам вокруг обойти, что ли, нужно его. Можешь как-то туда внутрь попасть, можно? Не тыкается туда, да? На барьер убрать, он вроде говорил, что типа вот барьер, ля-ля. На, посох. Ну-ка. Ну, по-моему, какой-то этот стойный посох, не знаю. Разбираюсь. Огонь, вода. На меня огонь. Это что-то такое же, как у меня. Так. Ну, пойдем тогда ниже. Да, пойдем. А, ну-ка, это что у нас? Полевая кухня? Ой! Что а, такое? Это нормальные чуваки. Меня поймали. Сейчас. Я слушаю. Она заставляет ему помочь. Эй, ваша доблесть, помогите, мы тут застряли. Ну что ты тут делаешь? Убеженцы. Я уже не хочу им помогать. Убеженцы, ваша доблесть, сирийские. Две души, сумевшие спастись от орков, которые захватили пустошь охотника. Мы шли в силу Ирглена по пути, на нас напали разбойники. Если бы не Алфи... Алфи — это вот эта вот свинота, которая стоит, большая, с креслом. Если бы не Алфи, эти дьяволы сняли бы с нас скальпы и зарезали, но этот храбрый зверь перекусил одного напополам, но прежде ему нанесли страшную рану. Ну, давай поговорим об твоем Алфи. Алфи — самое храброе вьючное животное во всем городке, но из бедняги хлещет кровь, как из зарезанной свиньи, больше идти он не может, а значит, мы здесь застряли. Но разве можно бросать того, кто убил бандита в бандитском лесу? Вы же не станете так делать, ваша светлость. К тому же у него навьючены все наши пожитки, без них мы станем нищими. Если же остаться здесь нельзя, отсюда уже виден дым, поднимающийся из дымохода силы Рогелина, однако Мара наотрез отказалась бросать Алфи, как я уже сказала в этом, я с ней согласен, ах, если бы только некий храбрый герой помог бы нам. Ну давай я тебе помогу, так и быть уговорим. Мы были бы очень признательны, если бы вы проводили нас... Сервел Глен, мы хотим открыть новую кузницу в новом городе, но ради кузницы я сделаю. Без Алфи, без инструментов, которые он несет, я буду словно рыбак, который ловит лосося голыми руками. Ну, нормальный рыбак может поймать голыми руками. А что он отстойный кузнец? Вспомним Ди Каприо, да?
Да. Он бы залез в этого Алфи и грелся бы там. Я больше никогда не смогу создавать свои знаменитые шедевры. Лол, шедевры, небось, копье какое-нибудь сраное. Самая большая беда, что обычным зельем рано Алф не вылечить. Ему нужно, ну я не знаю, что ему нужно, но говорят, что жрецы силы Ирглена производят чудесные лекарства. Да, я, короче, провожу тебя. Конечно, ваша добыча, но будем очень горевать, если Алфи все-таки придется бросить. А, Вера, сначала нужно пытаться вылечить Алфи, не твоих твои инструменты. Не стоит того, чтобы из-за них погибать, мы уходим. Ну, как бы верно, вылечим это свиноту. Как хорошо, что мы договорились спасти Алфи перед уходом. Тебе непременно нужно разыскать зелье, которое исцелит его раны. Так, тебе прибавилось что-нибудь? А, мне ничего не прибавилось, но мне прибавилось... Аня, тебе альтруизм прибавился, а я был далеко, что ли, от тебя? Походу, ну-ка, погоди, дай-ка я позырю. Альтруизм, в принципе, мне нужен. Альтруизм... А, ну мы с тобой альтруизм мы как бы качаем. Нет, ну... Я знала его. А, это я с... А, ты, походу, реально далеко был. Это Мадора рядом со мной. Я прям рядом стоял практически. Да? Да, я... Мадора мне говорит, типа, я знала его, это Бьорн Мьёльнир. Почему-то у меня первая была мысль. А, это Бьорн, он хороший кузнец. Здорово, что они с Марой сбежали из пустоши охотника. И неудивительно, что случилось, он винит меня. Расскажи, что помнишь. Ой, опять эти cool story. Началось все вполне обыденно, товарищи. Мне уже не нравится. Я, знаешь, я прям на ее месте уже вижу эту бабулю этого взрывальщика из Borderlands, которая, помнишь, два часа нам рассказывала свои cool story. Началось вполне обыденно, как уже говорила, пустошь была спокойным местом. Из приличного леса со лет не было вестей, местные не опасались, всех врагов забредали разве что пьяные орки. Одним солнечным днем я шла дозором и наткнулась на пару тощих орков. Я приказала им убираться, и они взялись за мечи. С ними расправилась быстро, но знака племени нигде не обнаружила. В кармане у одного из них я нашла темно-красный драгоценный камень размером с яблоко. Фига себе. Он излучал тепло и на вид был слишком тонченным, чтобы принадлежать орку. Даже типа похоже на кровавик. Сейчас мы оба это знаем, тогда мои чувства притупились годами мирной жизни. Я размякла, я была глупая, решила, что это огромный рубин. Это была страшнейшая ошибка в моей жизни. Их народ никогда не был силен в ювелирном мастерстве. Я решила, что камень украли, чтобы перепродать. Я забрала его и собиралась отправить в Северную Академию, чтобы с ним разобрался орден. В деревне все было мирно и тихо, если бы я только знала, если бы я обратила внимание и заметила знаки орки, они явились за кровиком. Ночь только начиналась, когда они окружили... Ой, нас! Их было от силы несколько десятков. Господи, Мадора, мне так интересно. Я аж даже не знаю, куда себе деть. Скорее рассказывай дальше. Что же было, Мадора, не тяни! Когда она заткнилась? Тех из нас... Кто сопротивлялся, убили сразу. Смотрела, как улица заливала кровь невинных селян, как повсюду лежали их тела, тела тех, кого я должна была защищать. Теперь твоя бдительность понятна. Ту ночь я дала себе обещание, больше никогда не оставлю без внимания ни единого следа источника, больше никогда не откажусь от своего долга. Это обещание намерен сдержать. Этим и кончится история. Как ты спаслась от торков? Что стало с выжившим? Слушай! Блин, неужели мы это все... Давай обсудим это потом. Да, спасибо, ты спасла меня, Мадора. Не так-то мне легко ворошить прошлое. Ну а пока пора в путь, дел тут у нас немало, верно? Дел, то есть. Придется еще помахать мечами. Фу, Мадора, спасибо. Избавила меня от... Сохрани. Так, сохраню. Кто ноет? Только я могу... Слушай, существо жалобно стонет. Очевидно, оно страдает от ран. А, расскажи о себе. Алфи пожимает плечами и кашляет. Довольно маловразумительный ответ. Возможно, удастся тебя исцелить. Алфи печально смотрит на вас, на ваше предложение. Похоже, его обрадовало. Мы добыли кровавик. А, точно, у нас же есть кровавик. Слушай. Давай я с ним поговорю. Да, слушай, давай я пока сменю тему. А я ухожу. Потренди, он говорит что-нибудь?
О, какая боль! Будь проклят, эти разбойники! Я перекусил одного пополам, но он все равно колол и колол меня, пока наконец не сдох. Расскажи себе. На самом деле, я понятия не имею, кто я. Знаю только, что попал в силки, когда был совсем маленький. К счастью, охотник решил, что у меня не очень аппетитный вид, поэтому он продал меня Маре. Бьорну я поначалу не понравился, но когда я стал сильным, сильнее 5 жеребцов, то внезапно меня назначили возить поклажу. Какая жалость, что я не остался слабым. Ведь я ненавижу таскать тяжести. Возможно, нам удастся тебя исцелить. Да благословят тебя боги за одну эту мысль, друг мой. Но такую адскую рану можно исцелить только мощной магией. Говорят, волшебным исцелением занимается в сервере Гленя, куда мы трое, по иронии судьбы, не смогли добраться. Ну смотри, у нас есть кровавик. Потратим на эту свиноту кровавик? Ну да, попробуем. Мы добыли кровавик. Давай. Пофиг. Вот да, мне интересно, вот эти камни, они в конце нужны будут или нет? А то если вдруг мы его, допустим, сейчас... Ну да, хотя бы посмотрим, мы же сохранились. Угу. Кровавик? Тогда ты можешь меня исцелить, если захочешь. Так, такие кровавики очень редкие, да? Просто избавим зверя от страданий. Блин. Может, он же зарядился? Ну давай, короче, мы можем спасти этого зверя, поэтому должны попытаться. We have the means to save this animal, and so we shall. Потратить кровавик на это существо даже слышать не хочу. Или да, это было бы милосердно. Ну, я думаю, я не думаю, что, короче, если мы потратим кровавик, и, короче, из-за этого решения мы не сможем пройти игру. Я тоже так думаю. Я не думаю, что разработчики настолько идиоты, что не учли такой вариант. Ну, давай спасем эту хрюху. Ну, хотя я бы ее, конечно, шашлык пустила. Но он не особо привлекательный. Ну, знаешь, хрюха тоже не привлекательная, зато вкусная. Ладно, главное, что не снаружи, главное, что внутри, да? Да, главное, внутренний мир богатый и вкусный. Да, это было бы милосердно. Блин, тут даже костер горит прям рядом. Так, получает новую вещь кровавика и передает Мадора с помощью волшебных карманов. Волшебные карманы. Это удивительно. Нет, это просто чудо. Плачьте, разбойники, я исцелился. Какашка. Так, стой. Пусть этот возьмет инертный кабель. О, еще один экземпляр в коллекции. У него уже два инертных камня. Так, о, полевая кухня, мне она нужна была. Так, сейчас сохраню, сейчас погоди, 2 секунды буквально. В тебе проснулся. Нет, не кухар во мне проснулся, во мне проснулся кузнец. Да, не спрашивай, почему я стою над костром с кастрюлей и говорю, что я кузнец. Тут, короче, такая тема, что на полевой кухне можно кожу улучшать. Mm-hmm. Сейчас я попробую это сделать, только я даже не знаю, как мне это сделать. Чем? Так, ремесло у меня, по-моему, 2. Ремесло 2, такие, да. Все красные, горячие. Так, применить, атаковать, объединить. Так, объединю-ка я это все дело, допустим, с сапогами. Что это будет? Нет. Подожди, а как же... А с чем же... Блин, сейчас, секунду. Странно, почему он здесь не работает? Что? Да, этот. Оверлей? Да. Так, почему горит врата разрыва? Мигают. Сейчас, погоди меня, подожди меня. В смысле, ты ушла куда-то? Подожди, я роюсь в интернете. Сейчас, секунду. Я просто хочу это с этой полевой кухни. А, вот. Рукоделие 2. Кожаные доспехи. Плюс полевая кухня. Сейчас попробую. У тебя есть кожаные доспехи? Дай мне кожаные доспехи, я попробую тебя смастерить. Кожаные сапоги есть. Так, нет, сапоги не подходят. А плетеные сойдут? По-моему, это будут кожаные. Плетеные доспехи. Ну, вряд ли.
Ну вот есть. Да, да, смотри, улучшенные кожаные доспехи. Уровень 52 уровня брони. На, забери обратно. Давай. Сейчас я, подожди, я своего раздену. Так. А было 48, да, по-моему? Ага. Так, значит, смотрим, у меня сейчас шмотка на 34 брони. Сейчас я ее заварю. А это тканые доспехи у меня, оказывается. Блин, бесит. Ну и что я его раздевала? Забавно, здесь когда шмотку снимаешь, уже ОЗ уменьшается, шмотку одеваешь, максимум увеличивается, а текущее не увеличивается. Блин, да, слушай. Так что здесь без хила было бы тяжко. Жесть. Так. Сейчас я еще быстро посмотрю. Ага, полевая кухня. А тканы, тканы и куски кожи. Куски кожи. Это нужно на высокое рукоделие. Короче, да. Это надо рукоделие побольше. У меня только два. Поэтому я могу ничего сделать. Ой, беда. Ладно, сохраняю. У твоего хрена тоже эти доспехи кожаные? Да. Давай я ему еще сделаю. Что ты затупил? Давай. Но там же кожа или что-то улучшается? Кожа, кожаные должны быть. Нет, а тратится что-нибудь при этом у тебя? Нет, что мне должно тратиться? А, ты просто кладешь его в этот? А тут какие-то элегантные кожаные доспехи. Это ты мне их дал? Да. А, я думаю, что это за хрень. Сейчас полази их улучшить. Да, я имею в виду, там никакого ингредиента помимо самих доспехов ничего не нужно? Нет, полевая кухня. А, ну это да. И чё такое? Почему оно не... А, вот всё. Уровень брони, на. Ну-ка. Да, на 4 увеличилось. Так, ну в принципе, кожаный пояс, сапоги, это тоже улучшить можно? Нет, только доспехи. Я тоже запихивала сейчас в эту кастрюлю свои сапоги и ничего не получила. Ну ладно, побегли дальше. Так, сейчас, погоди, попробую еще раз последний. Вот у меня есть кожаные... Вот, не модная кожаная шапка. Мне еще ничего не происходит. Короче, нельзя. Вот сапожки. К сожалению, нельзя. Че ноет-то? Вообще-то мы его излечили, козелина. Так, что там у нас? Дневник. Грибные забавы, найдите ведьму, та-та-та. Ох, ну, так наверх можем пойти. Да, пойдем наверх тогда. Черепас собирай. Вот, кстати, мне тоже косточки нужны, это для пыли. Для пыли пикси. И это очень нужная вещь, пыль пикси. Так что, если вдруг увидишь... Да я все, что, короче... Не приколочены. Да. А вот смотри, можно побороться вот с теми чуваками. Смотри, какие-то смешные стоят. Они похожи на чувака из мультика. Я тебе потом скину мультик. Посмотришь прям один в один. Сейчас я подойду к ним и... А, нет, я не смогу к ним подойти. Они отдыхают, смотри, они загорают, спят. Или они напились. Нет, где? А, это... А, опьянён. Они напились этого цветочка и теперь... Ужрались в хлам, алкаши. Чумной, да, вот они там, вон, видишь, ужираются. Туда бы огнем прям. Да, огнем. Ну, давай жахни огнем. Сейчас я поближе подойду только, чтобы мне полегче было. Вот сюда. А сейчас Мадора туда прискочит. Сейчас. Там прям... Или можешь мне пока издалека? Подожди. Сохранись. Да. Сохранилось. Сейчас. Мне надо Мадора просто в центр туда привести. Ха, я не в бою. Ладно. Блин. Ща. А, слушай, у меня это... Чувиха... Нет, тоже в бою, только она ходит последняя. Так-то можно было бы. Они там вот кучкуются хорошо. Ладно, давай мы бабайку. Бабайку.
Машина ржет. А чё, они эти, что ли, маги? Так, то Мадорище, Мадорище. Соскучилась по Мадорище. Там только осторожнее в этот. О, нормуль. Только одного не загрела, который... Ну, я сейчас его, это, опрокину. Сейчас я его покалечу. Опс. Увечья. Увечья. А-за-за. Ого, еще я так... Ой, как я люблю ее атаку по возможности. Только мы, кстати, совершенно не посмотрели... Блин, не посмотрели, что эти штуковины могут. Да. Что-то я забыла вообще про это. Ладно, сейчас моя очередь будет по зыре. Так. Надо какую-нибудь фигню Мадоре кинуть, чтобы ее отравить не смогли. Надо, потому что у них огонь 30, вода 30, земля 50, яд 140. Это все в плюс, да? Да, это все в плюс. Я когда минус, я говорю минус. Когда минус, я просто говорю цифру. У цветочка тоже 150 яд, огонь минус 30, вода 20, земля 40. Так, что там, я хожу, да? Угу. Так, сейчас я ему воткну нож в одно место. Нормально. Умерла лавка. Так, я, наверное... Так, что у нас тут, трава, да? И, наверное, тогда... Ты можешь гранатку кинуть, например, на цветочков? Есть у тебя огненная? У меня-то есть, но проблема в том, что гранатка стоит 4 ОД. А нет, 3 ОД, все нормально, сейчас кину. Бросить гранату. Слушай, не огня, не докидываю. Я до Мадоры только докину. Ну, ладно, не трогай. Ну... Нет, до цветка я не докину. До Мадоры могу кинуть. Не-не-не, там еще бабайка стоит, не надо. Да, тогда я лучше себе ускорение. Или я могу сандальки сделать, так лучше, что если что... Лучше ускорение, на следующий ход больше у тебя ОД будет. И дальность. Жирно. Так, я... Я думаю, наверное, по цветочкам пострелять огнем. Да. Ой, смотри, там чел бежит, идет. Топ-топ-топ, ну, гоблин-забияка ходит. Бегает. Ай, придурок. Ой, а у них это... Ой, смешной такой. Так, огненная стрела или разрывную стрелу? Он с голой жопой! Где? Убежал. Ладно, стреляй давай. Хоть смотреть на его голую жопу. Ха, да, точно. Так! Так, да-да-да. Давай стреляй. Хоть смотреть на его жопу. Мне вообще на жопу смотреть нельзя. Ну стреляй! Да сейчас подожди, я хочу поближе подойти. У меня ты не хочешь... так, как у тебя. Вот, 2 УД. Так, ну что еще тор... Че говоришь? Ничего-ничего. Ладно, потом запись послушаю. Так, ладно. Я не достреливаю до тех чувачков. Ну, вон там стоит к тебе рядом. Да, я тогда по этому постреляю. Я, наверное, по нему шиндарахну так, в стойке силы. И шиндарахну раску... Или рикошетом по всем долбану, вот по этим вот. По бочке не попадет? Ядовитой? Нет. Стрельнул не так, как я хотел, но ладно. Сейчас 41. Понятно. Фу. Так. Убьем, наверное. Нет, не убьем, но. Очков. Ой. Так, так, так. Ближний к тебе спит. А, да, спит. Да, я к нему сейчас и это. Так, ну. Я, конечно, могу его опрокинуть. Ну-ка, я за один ОД дойду до них. Да. Я дойду. До того за 1 ОД и даже могу убить его. Или нет? Главное не отравить.
Так. Мак, ты нужен Мадоре. Блин, 5, значит на 3 надо походить. Блин, меня цветок странно отравить может. Ладно, сейчас Мадора туда гранатку жахнет. Блин, как он так походил на 4? Мышка дернула, блин. Лол. Ладно, попробуем вот этого хрена убить. Ну, убили. Так, насмешка, 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 насмешка. А, все, нет, нормально. У цветочков насмешка. И у этих идиотов тоже насмешка. Мы убили того, на кого не сработала насмешка. Так что, в принципе, на меня цветочки не должны это, ну, плевать вот этой вот своей фигней. Тоже еще одного убил. Так, наверное, подвинусь. Так. Мадорище! Круга. Блин. Да. Кружочком. Ending darkness. Все. Блин. Мы потеряем, скорее всего. Хотя... Два ОД осталось, надо было и выпить банку. Что-то я затупила. Блин. А как же насмешка там все дела? Ну, ни хрена себе. Жесть. А почему? Как? А какой пон тогда? Какой пон от насмешки тогда, я не понимаю. Ну, они с какой-то вероятностью, не 100% прям. Добавок это дальних не особо касается, мне кажется. Касается. Так, что у меня сандальки, да? Тебе хильнуть нужно, то ты... Ну-ка, сколько у тебя отравление снимает? 24,72, у тебя хп. Я знаю, у меня хп столько нет, сколько мне отравление снимает. Не, оно может и меньше снять, не максимум. Так, сейчас... Так, среднее зелье съесть... Так, я могу этого гоблина убить. Его потом... А, нет, он не пойдет. Ни в принципе, у меня сандали. Я, короче, жахну туда гранату, ничего не знаю. Лол. Конечно. Но оно сначала вспыхнет, поэтому... Блин, тебе и горение, и так. А я... Есть я возьму адреналина и выпью еще баночку этого чудодейственного зелья. И еще могу даже убить гоблина. Ну, прям вообще... Так... Так. Я могу либо тебя хильнуть, либо Мадору. Мадору хиляй. Ты чё, у неё там вообще пиксель. Так, по кому-нибудь попадаю. Не попадаю, ладно, придется подойти. Так. Ходит. Лепесточки, либо пьяный гоблин. Мне надо получше по лепесточку, наверное, пострелять. Блин, ты хочу на столку поиграть. Что мы когда играли, прям так это так круто было. Мы? Так. Или вы? Мы, в смысле, мы, я и... Ну подруга. Вот недавно, пару дней назад. Угу. Вчера, короче. А, не, позавчера, суббота. А в пустыню, короче. Да. Не пустыню, в остров. Да, в остров. Это был остров. Так, а что это на тебе такое? А, адреналин. Так, блин, чё б такого придумать? А, горение, я потушу своего чувака. Залага.
Так, и даже могу ударить цветочек. Нормуль. Так, ник, наверное. А, даже походил разок. Даже ударил. Так, все. Так, 5 УД. Мы, наверное, сделаем вот так. Да твою же мать, блин, там же было 3 УД написано. Аж бесит. Теперь чувствуешь, да, всю боль, которую я испытывала? Так, у меня, блин, 2 ОД, я могу максимум. Да я хотел нас это хильнуть, но этим увеличилкой ХП. Так, ну эти справятся. Я, наверное, свалю по-быстренькому. А теперь смотри и завидуй, как я за 2 ОД, сколько я пробегу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Только можно, в принципе, было не убегать, я ж там находился. Да, так. Ладно, чтобы это на меня еще там... Ну, короче, безопаснее было бы уйти. 84 было, я промахнулся, представляешь? Давай, добей ее. Нет, помодоры не... А, эта фигня догорела. О, глазики. Добьешь его? Кого? Я даже не вижу. Ты что, я не дойду до туда. На самый верх? Ну, в смысле, я дойду, но... А, ну, я могу, в принципе, просто расстрелять, он что-то пьяный. Расстреляй. Мне лень туда бежать. Твою! 81% оба выстрела. Ха. Так, цель заблочена, так, мадорище. Урони его кулаком. Да не, наверное, разбегусь туда. Да, надо было лучше кулаком уронить. Ну, ладно. Мы его так уроним. Че-то он траван... А, этот помер, и он травился еще. Бедняжка. Так отравился, и у него на него отравление, и хилит его. Мы его убьем до того, как он. Ура! Так. Кучкуйтесь возле меня, сохранись. Мадору подведи. Все, готово. Не готово, еще 60 поинтов. Ну сейчас... А, слушай, ты сейчас ремонтировать можешь что-нибудь? Да, Мадора может. Мадора может. Угу. Отремонтируй лук. Давай, кидай Мадоре. Кинул уже. В принципе, так, может еще ботинки отремонтировать. Это я все с этой скинул. Ботинки? Как они? Поношенные тканые? Синие, да. Да, логично, не больше нет никаких. Кольчуга твоя? Нет. А, нет, это на силу кольчуга.